Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Улуха. 13-й день, 325 вымпелов весенним. То есть нам 100% хватает на пак сезонный, да? Ну-ка, что мне принесет Беззубик? Ага, опять же яйцо. Ну давай, бухторез. Полетел на бухтореза. Так, тут у нас еще даже колодец не откатился, прикинь. То есть как мало времени прошло. Так, этот пускай пока постоит. Мы сейчас здесь всех отправим. Так, сарделька, что ты нам... Ну, тусклый янтарь, понял. Так, пускай летит ниже, там куда-то опускается. Подожди, Бартик, вернись. Я тебя... Да господи, вернись, надо тебя отправить в приключение. В драконий край. А здесь тусклый янтарь. А, нет, яйцо. Яйцо древоруба. Обнимать кого-то он там полетел. И Грамгильда. Отправить ее куда-нибудь подальше, да? Сразу же заходим к Йохану. Смотрим, что у него тут. Нифига. Я покупать у него не буду. Железо у нас 718. Блин, маловато, конечно, железа. А давай, наверное, тогда с драконов наших глянем. Забираем здесь. Опа. И на отправочку его. Нет, не хочешь, да? Он даже не думает, ребята, о том, чтобы прокачиваться. Погнали дальше тогда. На тренировку его отправляем. Так, а здесь... Все, пускай собирают. Так. За древесиной. Ну что ты тут у меня спрятался? Листочки, да? Листочки ты мне приносишь. Так, боевой лорд. Он боевой лорд, получил у меня уровень 101. Так, за рыбой. За деревом. Тоже за древесиной пускай летит. За рыбой. Так, ну что, здесь вроде бы... Подожди секундочку. Блин, рыбы мало. Ну, древесины хватит нам, чтобы отправить ветрокрыло за железом. 125 железа он нам добудет. Ну, тут понятно. Так, дальше давай смотреть. А, слушай, мы же нюхохвата вроде бы должны были как-то тут отправлять. Ну-ка. Эть и мимо. И мимо. Так, подожди, он никуда не может мне отправиться, да? Потому что все там занято. Опа. Пак. И что же нам по итогу выпадет? Блин, минимальное количество железа 2, да? Угу. Так точно, 2 железа мне выпало. 2 железа выпало, 2 железа мы с тобой потратили. Все, пускай летит. А модификрылку надо, ребята, нам отправлять на поиски. Нам надо ее направлять на поиски, только вот надо кого-то забрать с древесины. Наверное, вот этого мы отправим, да? Вот, а модификрылку лучше отправлять на поиски, потому что она приносит больше, чем... В плане, подожди.
Так, подлагивает немножко. Кого же тогда? Кого еще тогда забрать? Тебя, что ли? Допустим, я вернул. Блин, я возвращаюсь с дерева. Мне нужно возвращаться с рыбы. Что я делаю-то, ёк-макарёк, а? Ну, что-то не то. Вот. Полетел. А здесь мы с тобой открываем пак. Душитель, шепот смерти, прихвостень. И здесь мы забираем еще и пак бесплатный. Монета Одина и загадочный набор кревет, ужасное чудовище и все. Ну, тут немножко еще ресурсов. Это я не хочу, отказываемся. Так, цветок. Найти. Нашли. Странное, конечно, яйцо. Получите эксклюзивного весеннего дракона. 11 дней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Так, события есть? Событий, друзья, нету. Зато получим награду. Забираем, и это 250 вымпелов. Ну что, пора открывать нам очередной пак. Так, 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 так. И памятник. Такой памятник такой прикольный. Смотрится, конечно, интересно. Давай сюда его. Такие викинги там. С флагом все дела. Прикольно смотрится. Так, что у нас? Ага. Ну что, я предлагаю, ребята, наверное, опять пойти за двумя паками вождя. Ну, а что еще делать? Больше нам делать нечего. Я не хочу, как бы, чтобы вот так вот серия тупо закончилась. Хотя бы получить... Слушай, а ведь нюха хватает же, я... Ну, это нюха горб. Так, а я что, не начал, что ли? Задание же, начал же это. Понятно, так как... Вот, нюхохват, где он? Так, а этот у нас может собирать рыбу. Слушай, наверное, нам тогда сделать надо следующее. Мы сейчас кого-то здесь уберем с рыбы. Ну, например, вот этого вернем, да? И бремя гнильца. Мы его тоже вернем. И вот этого вернем. Ничего страшного. А вот этих вот, наоборот, отправим. Что-то как-то инферно вообще мало добывает. Просто, ребята, мало добывают. Так, там надо было нюха... Что там нюхохвату нужно было собрать рыбу? Вот и пускай собирает рыбу потихоньку. Так, левел ап. Ну и неплохо. Иди тренируйся. Бронекрыл. Тоже пускай тренируется, идет. Роза ветров. Так, не хватает. Получить. Ну, пока здесь все. Ну что, ребята,
Давайте хотя бы один пак вождя откроем. Уже будет неплохо. Ну давай. Ох, ядрёна матрёна. Опять эта команда с ветрокрылым. Блин. Но опять же, ему сейчас 3 энергии, и опять он сейчас вспышку свою сделает. Ну, понятно, делаем. Обалденно он шмаганул. Ты посмотри. Ну, сколько он здоровья отнял. Само собой, куда же этот хмырь еще может бомбануть? Конечно, туда. На всякий случай сделаем так. Ну что, он у нас остался один. Это хорошо, что на нем слепота висит. Сейчас бы нам прилетело бы тут по полной, как говорится, помидоры. Ну что ты там кряхтишь, кряхтун? Ну все, он не жилец уже. Потом Барсик немножко добьет и Кривоклык его, надеюсь, уничтожит. Все, отлично. Ну что, у нас следующий поединок. Почему Ветрокрыло везде начинает всовывать, а? Вот объясните мне, ребята, почему он везде находится? Я не понимаю вот этого вот. Что за приоритеты? Ну, в принципе, Барсик должен разобраться. Давай так, наверное, укусим. Сейчас будет заморозка. Почему он столько отнимает здоровья? Я не понимаю, блин, а? Добьет сейчас. Ну, паршивец, а. Самый настоящий, ребят, паршивец. Давай бомби ты по нему. И не добил еще, к тому же. Ёк-макарёк. Все, 3 фаербола полетело. Ну и что ты прикажешь мне здесь делать? М? На ничью? На ничью есть только идти. Другого варианта я не вижу. Какая там ничья? Он меня сейчас завалит. Вот тебе ничья. Ну, с этим, я думаю, мы справимся, да? Тут 2 синих. А с Костоловым мы разберемся чутка попозже. Так, этот, блин, этот же будет массовую атаку, наверное, травить. А массовая атака у него очень фиговая, мне не нравится. Опа, еще и баф. Замечательно. Он еще и пробафал их. Чего? Он еще и хиняется? Фига себе. Да ты заколебал уже, а? Ну что, Барсик, ты, надеюсь, успеешь его бомбануть? Ну, промахнулся, так тебе и надо.
А это сейчас будет разбег делать. Под усиленной этой атакой. Да, хорошо прилетело. Хорошо прилетело нашему Барсику. Ну, Барсик отомстил. Так, ну что, друзья мои, мы с вами нашли обычный ареновский пак, плюс вот пак вождя у нас. Шторморез, громовой защитник, змеевик острокрылый и ищейка. Ладно, давай еще тогда один пак все-таки набьем. Ничего страшного, тут, как говорится, 8 побед. Ой, сколько, да, 8 побед. 2 по 3 и там еще можно 2 только завалить и все. В принципе, ничего страшного. Так, начну я с Хоферсона, пожалуй. Сейчас они вдвоем, потом Кривоклык у меня будет ходить. Ну, Кривоклык вот чмакнет. Да, все равно мы его пробили, несмотря на то, что у нас пониженная была атака. Смотри, что вытворяет. Просто вот полюбуйся, что он делает. А этот будет рад стараться добить, наверное. Тогда этот добьет. Да ладно. Кривоклык, ты в курсе, что ты в рубашке родился? М? Нет? Правда, наверное, тебя это не спасет, потому что это сейчас с разбега начнет бомбить. М-м-м, он даже не того начал бить. Слушай, ну, тогда все. Выиграли в сухую. Ну-кася, что у нас здесь? Блин, сарделька. Она еще и под стражем. Ладно, я, наверное, все-таки начну с этого. Шитика. Так, ну, по идее, сейчас Кривоклык его добьет. Так, а вот теперь что? Сюда? Ну, давай сюда. Опа, она промахнулся. Замечательно. Сейчас будет разбег опять очередной. А, нет. Он делает дебаф на нас. Он сделал на нас дебаф. Слушай, сарделька, ну что, она сейчас будет бомбить? Раз, два. Ага. Так, мы сделаем вот так вот слепоту. И попробуем сейчас. А что пробовать? Мы и так разберем сейчас его сардельку эту. Что бы он тут сейчас не делал, ему ничего не поможет. Кусаем. Так вот, бомбим. Ну и до свидания, наверное. Так, очередной противник у нас. Здесь я вижу Барсик. Ага. Шторморез. И Громель. Блин, надо было, наверное, начинать с того все-таки. Этого бы разобрали намного быстрее, получается, да? Уклонение. А этот что будет делать? Как всегда, понижать, да? Понижать нам атаку. Так, минус Барсик вражеский. Теперь давай разберемся со шторморезом. И ты еще, ну конечно же. Ха, он промахнулся. Ну давай, Барсик. Замечательно, уничтожили. Неужели? Я думал, что он сейчас опять фаербол сделает. Уже под усиленной атакой. Было бы, конечно, мощно. А так, до свидания. Ну что, ребята, вот он, второй пак вождя. Креветка, столом, древоруб, шторморез, кошмарный пристеголов, громобой защитник, клыкокрив. Отличненько. Ну что, получается, на сегодня, ребята, все. Так, забираем награду здесь за 14-й день. Ну да, 5 минут назад, как у нас начался новый день. То есть сейчас 12 часов 5 минут. На этом я буду сегодня закругляться, друзья мои. Ну, как у нас появится новое событие, сразу
пишите мне, пожалуйста, в комментариях, и мы обязательно начнем проходить. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.